снова снимаю этот ролик, потому что когда первый раз снял ролик, мне не понравилось. Мне не понравилось, как я закончил выражение лица. То есть не очень красиво получилось, поэтому и только из-за этого я переснимаю этот ролик. А так вы и так поняли по названию ролика, это прогулка. Еще одна прогулка. Я посчитал, что 2 ролика в месяц это мало, но какой-то контент нужно делать, даже пусть он будет и некачественный. Вот. Ну, обычно, там, знаете, подписчики ждут, когда новый ролик, но как наркоманы такие, когда новый ролик, когда новый контент. И вот я вам делаю контент, прогулка, еще одна прогулка в городе Шида. Вот где я прогуливаюсь, здесь красиво, местами даже романтично. Вот, но здесь я нигде, в принципе, не сидел ни в каком кафе и ни ресторане. Я специально выбрал это место, чтобы выглядело красиво. Машина. Ну, здесь я уже был много раз я уже гулял, поэтому меня это уже особо не впечатляет. Эти улицы, вот эти вот кирпичики. Вот. Но кирпичи мне нравятся. Вот. И, в общем, вы смотрели ролик «Прогулка», потому что я люблю короткие ролики, ну и длинные ролики я тоже. Ну, просто надо было какой-то контент делать.